Сергей Стерненко вместе со своими адвокатами пытается обжаловать приговор Приморского суда лишения свободы сроком на 7 лет и 3 месяца. Адвокаты активиста и его соратника Руслана Демчука сразу выстроили жесткую линию защиты. Они подали 3 ходатайства, среди которых отвод судьи Альбине Кадегроб, которая 9 апреля изменила меру пресечения обвиняемым в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Однако коллегия адвокатам отказала. Далее защитники объясняли суть своих претензий. Наша сторона вважає вирок, згідно зі статтею 370 КПК України, незаконним, необґрунтованим, немотивованим, а головне – несправедливим у повному обсязі в частині, що стосується засудження Стерненка Сергія. Я зі своєї сторони спробую довести суду, чому вирок є незаконним, необґрунтованим і немотивованим в частині засудження Стерненка за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України, навіть якщо прийняти версію сторони обвинувачення щодо обставин подій, які мали 24 квітня 2015 року, та припустити на мить, що докази сторони обвинувачення є достовірними і допустимими. Рассмотрев все ходатайства, коллегия взяла паузу до 23 апреля. Тогда же участники процесса приступят к изучению материалов дела и доказательств. Напомним, 23 февраля Приморский районный суд вынес приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку о лишении свободы на 7 лет и 3 месяца. Суд признал их виновными по делу о похищениях с депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича. По версии следствия, 24 апреля 2015 года на тот момент лидера Одесского правосектора Стерненко и его соратник Руслан Демчук похитили депутата. Его били, пытали, требуя отказаться от депутатского мандата, гласят материалы дела.